Радость. Можно ли себя на нее запрограммировать? Ну, прежде всего, давайте разберемся, почему мы печалимся. Печалимся мы, потому что думаем о том, что плохое в нашей жизни уже случилось, или мы думаем про то, что, возможно, плохое еще в нашей жизни произойдет. Вообще человек – существо, которое живет во времени. Человек постоянно размышляет про бытие свое. Вот, и осмысливают свою жизнь в продолжительности этой жизни своей. На самом деле радости там, конечно, быть не может, потому что радость же – это эмоция, которую вы испытываете, когда вы ощущаете что-то, что вас, собственно говоря, делает счастливыми. В будущем ничего невозможно ощутить. Вы там окажетесь, вы там чего-то ощутите. В прошлом, ну, можно вспомнить радостные моменты какие-то и так далее, но самое, конечно, богатое время для ощущения собственного чувства счастья и радости – это сейчас, в настоящий момент. И именно в нем нам нужно просто нацеленно, прицельно искать то, что способно сделать нас радостными, счастливыми, переживать положительные эмоции. Это и близкие люди, и интересные наши дела, какие-то занятия, которые приносят вам радость. Поэтому в настоящем много радости. И программирование на радость – это на самом деле программирование на настоящее, то, что у вас есть.